Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий на основе будет, и я сегодня попробую затащить. Возможно, сольемся, как обычно. Хочу потестировать Огнекрыла на битве гильдий. Посмотреть, как он будет себя показывать. Так, у нас будет вот такой вот ворожай вместе с ним для подхила. И сейчас мы его тоже, в принципе, как-то приоденем. Поинтереснее сделаем. Давайте поставим. Вот так вот попробуем. Вот такая у нас сборочка будет. Поехали смотреть топов. Попробуем изначально так. Кто у нас есть? Беатриче. 367. 405. Так, смотрим, тут Фрея Стрелок. Это, конечно, интересно будет, они вместе стоят. Так, раз, два. Как сразу. Ух ты. Так, ну вроде не сливает. Фрея, конечно, жестко дамажит. Не знаю, или против Фрея так два героя получится. Но будем пробовать. Как обычно, шанс слева минимальный. А видите, что он резается? Он резается полностью с full хп. Ой-ой-ой, не то выбросил. То есть, получается, он сразу выходит на поле боя в форме. То есть, соответственно, если он резается сразу с full хп. Еще один плюс. Какое бы вы ему не поставили оживу, он все равно резнется с full хп. Да, тут не вариант, конечно. Ну хорошо, так, смотрим Фрея. Тут надо сразу пробовать. Мы бы Фрею слили, но мы ее достать не можем из-за вертолетиков. Вот Бигфут подбежал. Вот в чем как бы... Плюс Фрей, то, что вы ее не сольете, пока вы к ней не подбежите вблизи. Так, окей. Давайте попробуем тогда других, потом вернемся сюда. Так, вот тут стоят. Фрея тоже есть. Да, есть Фрея с этой стороны. Отлично, пробуем. Тут сразу, сразу сейчас должен он на них паралич вести. Так, есть. Смотрим дальше. Пока держится вроде вдвоем. Но проседают жестко-жестко. Давай-давай. Ай, слился. Ну, как видите, он урон выдерживает в таком. Тут, в принципе, неплохо держится. Даже есть хранитель. Единственное, Фрея у нас тушит. Ну, сейчас попробуем. Может получится. Вот слился и сразу же восстановился с фул. Ну, конечно, все переагрились на ворожая. Сейчас нашего ворожая опять сольют. Жалко. Так, ну будем пробовать, что делать. Пробуем так, чтобы заагрился сразу на Фрея. Вот так вот пробуем. Ой, блин, я Фину выпустил. Ворожая, конечно, сливает. Но мне нравится то, что он восстанавливается сразу. Ловый. Это очень круто. Так, ну давайте еще разок попробуем. Давай, выходи. Самое главное, чтобы ворожая не сливала. Вот против Фрея он офигенно держится. Но вот видите, Фрея сливает ворожая и все. Мы просто ничего сделать не можем. Ну давайте попробуем снизу.
против Некроса в Оржее. Может, тут получше будет. Тут, конечно, получше будет, потому что Фрея... Тут есть враж... А опять Афину выпустил. Да что такое, ну? Так, тут у нас Анубис еще есть. Мы сейчас посмотрим, как они смогут разобрать или нет. Но если мы опять же сейчас выражаем, зарядим Фрею, это все. Ну, пока смотрите, вот так вот вроде держится неплохо Некрос. Ничего не может сделать. Дамаг отличный просто. Так, выражай, давай, живи, живи. Ну, мне нравится. Это я бегаю, ребят, в два героя. А можно выпустить все шесть. Пока держимся. Отлично. Можно даже ставить сюда на него цепелина. Он будет здание рушить. Так, что-то мы зависли на Анубисе, да, получается? Ну, как танк, плюс ворожей, вполне реально. Да, Анубиса слить не могут. Тут вся печаль будет в том, что Фрею надо убить. Остальные как-то так, видите. Странно. Давайте будем пробовать. Вариантов особо нету. Хочется именно вот так вот. Раз, два. Тут юниты, в принципе, ничем не помогут. Самое главное, Фрею обезвредить. Но пока у нас это, вот видите, слило все равно. Надо больше героев. Так, хорошо, давайте кого-то еще поищем. Так, тут что у нас? Тут все в разброс, стрелок. Давайте попробуем отсюда зайти через стрелка, интересно. Так, выпускаем его, выпускаем следом ворожая сразу, чтобы они вместе бежали. Ну, думаю, стрелка без проблем затащит. Да, вообще отлично. Смотрим дальше. Непонятная расстановка. Герои, конечно, выставлены непонятно как. Интересно сейчас посмотреть на Рину и Бигфута. Вот Рину и Бигфут. Смогут или не смогут? Так, слили нашего ворожая один раз. Жесть просто. Ну, как видите, в паре, в тандеме просто даже Рину и Бигфут вроде бы казалось офигенные герои, ничего не могут сделать. Ну, не знаю, как видите, герой действительно очень, очень разноплановый, универсальный. И если сравнивать с Некросом, он намного-намного круче. Так, есть. 331. Давайте тут 367. Так, ну тут у нас опять Фрея. Давайте попробуем зависнуть. Может получится. Так, смотрим против Некроса сейчас. Ну, стрелка будем вот так вот обезвреживать. Не получается. Там еще Бигфут есть. Мешает немножко. Но урон держит отлично просто. У нас, конечно, все ворожаи бьют. Да, все, полетел.
Не вариант против Фреи, когда она так стоит. Надо Фрею вблизи. Ладно, потом попробуем выпустить. Давайте других пока побьем. Блин, ну чё ж ты не хочешь? Получается, маловато там еще Гаргул под хил дает. Так, в принципе, по урону мы должны тащить. Вот видите, ворожая слили. А вот этот хил, то что он с любой этой оживой просто ресается на максимум, это, конечно, круто. Так, давайте этого попробуем. Так, стрелок Фрея, вот такая вот сборочка, интересно. Давайте тут тестим. Тут, блин, тут попадают по нашему ворожаю и все. Плюс еще стрелок. Не выживает он. Ладно, тут мы попробуем в лоб пойти. Давайте еще найдем одного. И полностью поменяем наш весь состав. И тут Фрея. Так, ладно, сейчас придется поменять. Взять всех. Попробовать Некроса, взять этого. Давайте сделаем по-другому. Так. Берем Бигфута. Чтобы морозил. Этот будет паралич давать. Бигфут будет морозить сразу же. Так, Анубиса, Анубиса, Анубиса. Так, он останется. Афину убираем. Ставим Бигфута. Так, Бигфут есть. Заменить ставим ангела им. Так, попробуем таким составом. Вместе с Бигфутом они должны сейчас нормально срабатывать. Правда, 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 есть очень много. Но, так, есть, отлично. Забежали, ух ты. Жестко Фрея задамажила. Да, без вариантов. В три героя бегать. Давайте тут попробуем. Тут где они вблизи. Так, раз, два. И ворожая третьего. Пробуем таким вариантом. Ну, таким вариантом, как видите, вроде держится. Паралич плюс заморозка сразу. Однозначно мы должны их подслить. Супер. Вот так вот можно сюда еще и Арктику брать даже. Попробуем сейчас еще с Арктикой. Вот они втроем вроде вырвались. Смотрим дальше. Шанс слива, ребята, как обычно, минимальный. Так, отвлекаем их. Ну, тут без вариантов, конечно, у него. Такой вариант в 3 бегать на такую расстановку в лоб. Смысл есть. Так, пробуем тут. Пробуем то же самое сделать. Его, Бигфута. Сразу выражая. Смотрим, что у нас получится. Вот паралич идет и сразу же идет заморозка. Неплохо. Стрелка только будем отвлекать.
Ну, Фрейя ничего там сделать практически не может. Самое главное сейчас ее достать. Отлично. Вот такой вот состав, в принципе, думаю, будет очень интересный. Бигфут. Огнекрыл. Вместе очень неплохо смотрится. Так, ну что там, вы добьете эту Фрейю или нет? Смотрите, как держится хорошо. Правда, Фрейя отхил там идет, и они не могут просто ее задеть из-за орнитоптеров. Сейчас придется делать перезаход так, чтобы заагрились все сразу. Ну, отхил, конечно, то, что у него 100% отхила, это жесть. Как танк он вместе с ворожаем смотрится очень круто. Ну, зависли, видите. Надо ближе-ближе, чтобы агрились именно на нее. Так, мы сюда и стрелка уже затащили. Ну, пробуем. Конечно, лучше с огненным доспехом. Будет он смотреться, тогда вблизи герои будут раздаваться отлично. Ну, смотрим, что получится сейчас у нас. Ну, отлично, Фрейю убили. Остался стрелок, стрелка тоже слили. Стрелок тут без вариантов. Смотрим на остальных героев. Вот Бигфут морозит. А этот сейчас просто паралич наложит и все. Вот так вот сливают они, отлично. Супер просто. Именно связка получается, заморозка и сразу. Так, есть. Поехали, будем его пробовать. Тут достать сложно, плюс тут Фрейя. Так, кто там у нас? Там у нас еще один топ где-то был. Сейчас его забьем. Так, попробуем тут Бигфута через верх бросить. Вот так вот попробуем, что ли. И ворожая, если повезет. Бигфут слился. Давайте попробуем через ворожая сюда и забежать. Так, его, Бигфута. Смотрим. Самое главное, чтобы вовремя скиллы все срабатывали, видите. Будем пробовать сейчас отсюда таки забежать. Вариантов особо нету. Так, агрим на него. Так, есть Бигфут и сразу же ворожая. Так, ну вражеского ворожая там мы слили вроде как. Почти. Чуть-чуть не хватило. Но вроде отсюда можно забегать. Так, пробуем еще разок. Подтягиваем. Отлично. Паралич где? Ну. Видите, когда Фрейя спрятана, более сложно ее слить. Получается, пока мы агримся, она успевает зарядиться и сливает наших. Ну, все зависит от того, как сработают скиллы у героев. Вот если бы сейчас заморозка, вот, нормально прошла. Ворожая слили. Сейчас отхила у нас не будет. Давайте попробуем со стороны стрелка зайти отсюда чуть-чуть выше. Раз, два, три. Бигфут, конечно, где-то убежал не туда, куда надо. Жить. Давай. Не дохни.
Бигфут не дохни. Как раз хорошо так зашли. Отлично. Его слили. Да. Сложновато так, конечно, в три героя разбирать, но если помучиться, что-нибудь получится, я надеюсь. Все, Бигфута слили. Тут еще, конечно, Некрос нас долбит, надо будет сейчас пробовать. Так, давайте так, раз, два, три. И тут спамим. Все равно Бигфута слили. Попробуем агрить на Бигфута. Может, тогда у него отхил сейчас будет получше. Ну и спамить солдатиками надо по максимуму. Ну так, если на нем все полностью, то в принципе у него, ну, ворожая слили, видите. Печалька. А так хорошо, был хороший заходик. Давайте будем пробовать с Бигфута стартовать. Чем больше его будут бить, тем больше у него будет отхила. В этом тоже есть плюс. Так, раз, два, три. Ну, живи. Не. Не вариант. Так, раз, два, три. Так, ворожай немножко не туда ушел. Это очень плохо. Он сейчас загрит. Давайте попробуем со стороны тогда ворожая зайти с Бигфута. Вот так, раз, два, три. Как видите, даже с каменкой он очень жестко проседает. Ну, от Фрейи тут ничего не спасет, реально. Фрейя, стрелок. Ну, вроде что-то у нас получается. Ну, живи. Отлично. Плюс еще то, что Бигфут будет сейчас... Если не сдох... Сдох, сука. Если бы он не сдох, мы бы Фрейю достали. Так, давайте пробуем опять. Раз, два, три. Видосик, конечно, долгий будет, но все-таки интересно потестировать его на битве гильдий. Так, ну не проседай. Так, вот сейчас вот вроде красиво зашли. Очень... Блядь. Чего ж ты так рано сдох? Так хорошо, стрелок остался. А там бы Фрейю уже и добили. Чуть-чуть. А такой хороший заходик был. Так, пробуем еще разок. Раз, два, три. Плюс то, что у него тоже, как у Афины, получается много ударов. И он, по идее, Фрейю, вот опять, чуть-чуть нам не хватило. Он должен Фрейю ушатать. Так, давайте выше попробуем. Так, раз, два, три. Бигфут, живи. Сливаются. Вот сейчас тоже опять хороший был заход. Если Бигфут выживет. Отлично, ворожая слили. Самое главное Фрейю сейчас. И чтобы этот не слился. Так, стрелок, все.
Вот, осталась у нас одна Фрея. В принципе, с Фреей они сейчас должны справиться налегке. С количеством таких ударов плюс. Все, просто супер. Ну как вам? Все равно прошли. Конечно, времени потратили немало. Но смотрите, что делается. Просто огонь. Вот это герой кайфовый. Я не знаю, настолько кайфую. Вместе с Бигфутом это вообще просто жесть. А если сюда еще Рину добавить. Еще Арктику можно даже взять. Отлично просто. Попали на такого же Бигфута. Ладно, давайте кинем Фрэнки сюда. А снизу Анубиса. Ну, я бегаю, ребята, в два, в три героя. Вариантов у вас с вашими героями еще куча разных есть. Но судя по тому, что мы видим, реально герой очень офигенный. Очень универсальный. Так, отлично. Ну что, попробуем. Шанс слива минимальный. Ставим сюда повелителя бури. Ставим сюда повелителя бури. Так, одеваем его. Вместо некроса ставим сюда Рину. Так, смотрим Рину. Так, Бигфут, повелитель бури, ворожей, Рину. Кого еще взять сюда? Можно взять Арктику, попробовать вместо Анубиса. Давайте попробуем Арктику. Так, Арктика. Ремку поставим. Все, есть, побежали. Дантиста попробуем. Так, ну что, поехали. Шанс слива минимальный, очень минимальный. Сейчас сольемся сразу же. Так, есть, слились. Тут, конечно, надо забегать очень быстро. Повелитель бури, конечно, сразу включает свой скилл. Это не есть хорошо. Арктика слилась. Как видите, реально сложно. Давайте тогда с Рину начнем. Пусть бежит пока. Забор ломается. Так, Бигфута вытащили, выпускаем всех. Слился. Жесть. Так, ну, пробуем еще разок. Там у него Афина бегает. Понятно все. Давайте Рину, так как он не ремочный. А тут всех остальных кидаем. Пробуем так. Убегает она далеко, убегает. Пробуем еще разок. Так. Так. Слили Рину только так. Жесть.
Да, сложно против Рэй, конечно, бегать. Так, ну пробуем на нем. Вот, вроде заморозили, держится. 42%, ребят. Не хватило чуть-чуть. Пробуем еще разок. Конечно, Арктика здесь ничем нам не поможет с ремкой сразу. Ну, мало ли, вдруг выживет и правильно ударит. Так, пробуем. Арктика слилась. Рино слился. Да, сложно зайти так в лоб. Пробуем отсюда. Ну, Арктика, видите, без вариантов. Не особо она тут поможет нам. Повелитель бури тоже, тут тоже видите вариант, что я сразу их выкидываю с ремками. Такой вариант только, если Рая будет возле забора. Ну, то есть вблизи. Так, к сожалению, она далеко. Ну, включились. Блин, Рино слился. Не вариант отсюда. Ну а если мы зайдем снизу, то наши герои все сольются просто. Потому что Фрейя от Афины зарядятся. Вот сейчас вот вроде неплохо зашли. Повелителя слили. Угу, обидно. Так. Ну давай. Я в тебя верю. Затащи. Ну, далеко Афина, говорю, Афина. Фрейя и все. Тут только вариант свою Фрейю брать. Арктика, в принципе, бесполезна. Ну, опять Арктика слилась. Вину побежал. Фига себе, он забежал. Можно попробовать вместо Арктики дерево. С деревом, думаю, будет получше. Держать будем урон, но... Давайте попробуем дерево поставим. От Арктики все равно толку нету никакого. Где там наше дерево? Вот. Благословление. Ставим медальку. Да, хорошая битва гильдии, интересная, по крайней мере для меня. Я еще раз убедился, что герой действительно очень хороший. Пробуем такая сборка вместе с деревом. Если что, дерево сразу реснет. Но вот видите, сейчас у нас дефа намного больше стало. То есть дерево там дает прилично дефа. И сейчас оно будет резать еще дополнительно. То есть герои реснутся. Есть шанс. Шанс слива есть. Так, пробуем отсюда заходить. Вот, вроде хорошо забежали. Раз, два, три, четыре. Ну, дерево давай. Жесть. Да, вот видите, Фрейя все-таки на сегодня самый такой, скажем, злобный герой в игре, который очень мешает. Как бы вы ни старались, она все равно будет шатать. Против Фрейи надо такую же Фрейю. Так, повелитель бури восстановился. Отлично. Фрейю. Ай-яй-яй, так и не смогли заблочить ее. Ну реально сложно против Фрейи.
свою фраю можно брать, но я не хочу, хочу именно таким составчиком сейчас потрешивать. Возможно, слиться на тонная битва гильдий. Давай тащи. Конечно, повелитель бури может все-таки ремку с него убрать. Рано стартует. Ну-ну-ну-ну, держись, держись, держись. Вот видите, повелитель бури дохнет. Да и все дохнут, в принципе. Попробуем с Фрейя начать, с этого, с Рину. Пусть энергию у них поджигает. Отлично. Не-не-не-не-не-не. Да, ремки, конечно, на старте. Только, наверное, на Рину хорошо будет смотреться ремочка. Потому что он будет... Жесть просто. Так, ну пробуем через Бигфута забегать. Пусть убивает сразу. И сразу дохнет. Ну, блин, не хватает урона, вот видите. Ну, там Афина. Там Афина портачит, причем жестко тоже. Дерево сразу просело. Все, минус дерево. Не достаем Афину. Вот, отлично, вроде зашли. Ну, да дави, да дави, 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 дави. Ай, Бигфут слился, все. Реснули. Все равно жесть. Ладно, сливаемся, идем снизу, потому что атака фортов дальше. Побежали. Не будем через Афину бегать. Сольемся, так сольемся с красиво. А может и не сольемся. Сейчас проверим. Не сольемся. Вот так вот, ребят. Видите, Фрейя, конечно, протащит меня настолько. Вот так вот. Вот такая вот битва гильдии. Она была длинная. Сложное я бы не сказал, потому что мы как бы тестировали составы. Ничего сложного сейчас любого игрока пройти нет. Герой себя показал достойно. Герой действительно универсальный, может быть и танком. И вместе с связкой с другими героями, такими как Бигфут, например, вообще смотрится четенько. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.